Начнем мы с вами прежде всего с разговора о природе богословия. Но вначале позвольте мне объяснить, что означает термин пролегомена. Это богословский термин, и происходит он от двух греческих слов. Первое слово «про» означает «прежде», и вторая часть слова «легомена» происходит от греческого слова «лего» — «говорить». То есть термин «пролегомена» означает некий предварительный разговор, обсуждение о том, что нужно знать заранее. Мы будем говорить о том, что необходимо знать прежде, чем начать изучение основных разделов систематического богословия. Итак, сказав об этом, давайте теперь рассмотрим концепцию богословия. И начнем мы с рассмотрения этимологического значения слова «теология». Это слово происходит от двух греческих слов. Первое — это «теос», означает «Бог», и второе — «логос», которое на самом деле может быть переведено по-разному. Оно может быть переведено как «слово», или как некая речь, или тема обсуждения. Или, если хотите, это слово может быть переведено как «выступление». Итак, простое рассмотрение значения слова «теология» позволяет нам заключить, теология — это рассуждение о Боге. Конечно, это понятие включает намного больше, и мы со временем разберем это понятие несколько подробней, посмотрим, что включает оно в себя. Хорошо. И теперь посмотрите в своих конспектах следующий пункт. Мы посмотрим с вами на предмет и на концепцию теологии. И на этом этапе будет уместно сказать то, что записано в вашем конспекте, а именно, что теология представляет обсуждение личности, деятельности и отношений Бога. Однако мнение евангельских христиан по поводу исходного материала, а также методологии исследования, разнятся. И чтобы показать это разнообразие, которое мы видим, когда рассматриваем предмет и содержание теологии, и сами подходы к занятию теологией, я бы хотел рассказать вам о трех разных подходах к евангельскому систематическому богословию. Но прежде чем это сделать, я сразу вам хочу сказать, что лично я придерживаюсь третьего подхода. Но я хочу, чтобы вы знали и о других подходах, которые используют евангельские христиане, занимаясь теологией. Итак, первый подход назвать не так уж и просто, но я назвал его так — фрагменты экзегезы. И позвольте объяснить, что включает в себя этот подход. Обычно от евангельских верующих вы можете услышать нечто подобное, что они на самом деле думают, что все будет хорошо, если верующие будут ограничиваться лишь одной Библией. Если внимательно и тщательно изучать Библию, заниматься экзегезой текстов Писания и больше ничего к этому не добавлять, то это будет именно то, что и должно быть сказано. Но проблема вот в чем. Вы скажете, какая проблема? Но есть разногласия между христианами, даже между евангельскими христианами. Они начинаются тогда, когда богословы выходят за рамки текста Писания и начинают добавлять свои собственные измышления в текст. Или, быть может, они представляют материал из других дисциплин, возможно, даже из светских дисциплин. И проблема
в соответствии с этим подходом в том, что говорится слишком много мыслей богослова, а не того, что Бог на самом деле сказал. Что ж, на первый взгляд представляется, что именно это нас и должно беспокоить. Итак, согласно этому первому подходу, как же мы должны относиться к богословию? И в основном люди, которые придерживаются этого подхода, скажут вам, что для того, чтобы определить какую-либо доктрину Писания, необходимо определить вначале ключевые места Писания, которые имеют отношение к этой доктрине. И далее достаточно будет провести тщательную экзегезу этих мест Писания и надлежащим образом их истолковать. Вот давайте предположим, что вы изучаете доктрину богодухновенности Священного Писания. Что ж, вы скажете, что основной текст Писания, который проливает свет на эту доктрину, записан во втором послании к Тимофею, в 3 главе, с 15 по 17 стихи. Хотя есть и другие тексты Писания, которые имеют отношение к этой доктрине. И как только мы определили ключевые тексты Писания, которые говорят о богодухновенности, то тогда, согласно этому подходу, необходимо провести очень тщательную и последовательную экзегезу этих текстов Писания. И после того, как удастся понять, что на самом деле говорится в этих текстах, можно будет сформулировать некую богословскую позицию. Или, скажем, вместо этого вы хотите изучить доктрину вмененности греха Адама. Эта доктрина говорит о том, что грех, совершенный Адамом, переходит на всю человеческую расу. И ключевой текст Писания в этом случае будет записан в послании к римлянам в 5 главе, с 12 по 21 стих. И опять же, нужно надлежащим образом истолковать этот текст и просто передать результат проведенной экзегезы. И это все, что нужно сделать. Или, скажем, вы хотите разобраться в доктрине о тысячелетнем царствовании Иисуса Христа. И ключевым текстом Писания в этом случае будет текст, записанный в Откровении в 20 главе с 1 по 10 стих. Вы открываете текст и проводите очень тщательную экзегезу. И проделав это, вы узнаете все, что Бог желает сказать по этому поводу о тысячелетнем царствовании Иисуса Христа. И этого для вас должно быть достаточно. В основе этого подхода, как я уже сказал, лежит желание, чтобы все богословие строилось в основном или исключительно на том, что говорит Божье Слово, а не на том, что богословы думают относительно изучаемой темы. И считается, что если тщательно изучать текст Писания и надлежащим образом передать, что говорит текст Писания по этой теме, то этого будет достаточно, чтобы определить, что Бог говорит по этой теме. Все это может выглядеть достаточно привлекательно, во всяком случае, на первый взгляд. Но все-таки, на мой взгляд, в этом подходе есть значительные недостатки. И один из недостатков можно увидеть из самого названия этого подхода. Согласно этому подходу, каждый текст Писания разбирается в его непосредственном контексте и проводится тщательное толкование. Но в нем не ставятся такие вопросы, как, скажем, вот во 2 Тимофее 3 главе говорится об одном, а во 2 Петре 1 главе о другом. Как же сопоставить все это? Вы видите, что если вы начнете сопоставлять результаты экзегезы различных текстов Писания, то тогда, быть может, вам придется начать мыслить по-богословски, чтобы определить то, что Бог сказал.
И в результате этого подхода у вас есть тщательно проведенная экзегеза отдельных текстов Писания, но вы не ставите вопрос, как эти тексты согласуются друг с другом. И если вы не пытаетесь определить, как эти тексты согласовываются друг с другом, то лично мне будет сложно придерживаться доктрины, которая не основывается на всех текстах Писания, которые имеют к ней отношение. Поэтому здесь речь не идет о формулировании доктрины, а об определении фрагментов экзегезы. Я говорю о фрагментах, потому что каждый текст изучается отдельно от других. Вы можете сказать, ну и что же здесь неправильного? Что ж, позвольте мне привести вам еще один пример, чтобы указать на проблему. Есть доктрины, в которые, я уверен, верят все присутствующие здесь. Но если мы используем этот подход для определения доктрин, то мы никогда не сможем прийти к этим доктринальным утверждениям. О чем я говорю? Что ж, я думаю, каждый присутствующий здесь верит в доктрину о Троице. Я думаю, все вы принимаете доктрину ипостасного соединения Иисуса Христа. Две природы Иисуса Христа едино существуют в одной личности — Бога-человеке Иисусе Христе. Я думаю, все присутствующие верят в безошибочность Писания. Но вы не сможете найти какой-то конкретный текст в Писании отдельно от других текстов Писания, который полностью раскрывал бы доктрину о Троице, или о безошибочности, или ипостасном соединении. Более того, термины эти, Троица, безошибочность, ипостасное соединение, вы не увидите в Писании. Более того, не только таких стихов нет, но даже если вы будете разбирать стихи, которые, как вам кажется, говорят о том, что есть один Бог, и те стихи, которые, как вам кажется, говорят о том, что Иисус — Бог, и стихи, которые говорят, что Святой Дух — Бог, то, используя этот подход, вы не сможете сказать ничего более. Потому что если вы возьмете эти тексты Писания и попытаетесь соединить их вместе, и скажете, что, ага, должно быть, есть один Бог, который проявляется в трех различных личностях — Отце, Сыне и Духе Святом, и каждая личность является при этом Богом, то вы уйдете далеко за границы того, что можно заключить, истолковывая какой-то конкретный текст Писания. Но, пожалуйста, поймите меня правильно. Я совсем не против экзегезы. Я совсем не против тщательного толкования. Я совсем не против необходимости определения ключевых текстов, которые имеют отношение к какой-то доктрине. Это все нужно делать, но проблема в том, что если вы будете толковать отдельные тексты, и после этого не будете пытаться свести результаты вашей работы вместе, то вы далеко не уйдете. И, конечно, все, что я говорил до этого момента, предполагает, что тексты, которые вы пытаетесь истолковать, достаточно простые для толкования. Но что же произойдет, если вы откроете текст, который совсем не прост для толкования? И, быть может, есть другие тексты Писания, которые помогают нам понять этот сложный текст. Но, используя этот подход, вы не можете прибегать к помощи других текстов, чтобы понять значение изучаемого текста. Итак, это был первый подход. Есть ли какие-то вопросы по этой теме? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами.
Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Опять же, я думаю, что основной мотивацией сторонников этого подхода является желание избежать того, что делают многие богословы, внося свои идеи в изучаемый текст Писания. А это приводит к разделениям в церкви. И если основываться на Писании, то вы сможете избежать субъективности человеческого разума, и вы ясно сможете услышать лишь то, что Бог говорит по какой-то теме, и ничего более. Ну что ж, я думаю, что желание это очень хорошее, очень достойное. Надо стараться быть как можно объективней. Но проблема этого метода в том, что слишком многое остается недоделанным. Очень многое остается изолированным друг от друга. Многое еще предстоит сопоставить вместе, чтобы определить то, во что нам нужно верить. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.